Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас на распаковке маленькое, но очень полезное устройство для водителей – антисон, которое поможет вам не заснуть за рулем. Устройство по типу гарнитуры одевается за ухо и при наклоне головы вперед сразу начинает пищать. В положении назад датчик не срабатывает и сигнализация не пищит, а вперед срабатывает четко, причем не обязательно делать резкие движения, можно делать плавное, и все равно датчик будет стабильно пищать в нужном положении. Положение можно немного подрегулировать, так как данный сигнализатор антисон фиксируется очень неплохо за ухом, то можно выбрать положение, подать немного вперед-назад и тем самым подрегулировать угол, когда будет срабатывать сигнализация. Влево не срабатывает вообще, а вправо срабатывает, но если очень сильно наклонить голову. В принципе, я не знаю, как так можно заснуть, чтобы голова чуть ли не вывернулась вправо. Ну, в основном голова уходит вперед. Иногда бывает так, что можно заснуть с головой, так сказать, прямой, когда прямая шея и голова не наклоняется вообще. А бывают даже случаи, когда человек засыпает, а глаза при этом открыты. Так что, дорогие друзья, никакие вот такие всякие штучки-безделучки не панацея от сна за рулем. Если вы чувствуете усталость и хочется спать, то лучше остановитесь и хотя бы полчаса поспите в машине, если нет такой возможности это сделать дома или в отеле. Уверяю вас, что сон пройдет, если не полностью, то хотя бы частично. И, возможно, вы тем самым сбережете жизнь себе, своим родственникам или другим участникам движения. Ну а у меня на этом все. Всем удачи, благодарю за внимание и до новых встреч!